Поэтому, кому интересно, это переписки. У меня очень много знакомых перешло с офисов, которые там постоянно на трубке алло-алло из-за того, что они выгорели. И я прекрасно понимаю. У меня есть друг, он HR-менеджер одного из офисов, где звонят и говорит: Алина, блин, все переходят типа на переписки к тебе, вот за что? И он меня прям заблокировал, потому что он типа считает, что я переманила его сотрудников. А я вообще же типа не писала им. Я просто там вела прямые эфиры, это тоже были мои знакомые там через знакомых. И они такие: о, можно попробую? Я такая: ну да. Перешел один, перешел второй, перешла команда. Ну, как бы мне, конечно, это было в радость, потому что теперь они у меня работают. А ему ж, конечно, нет. И я ж такая: я не виновата, как бы ребята сами захотели. Не виноватая я, он сам пришел. А он такой: нет, и всех переименовала, ой, переманила, давай, типа, пока. Думаю, хорошо, что ты мне хоть лицо не набил за это. Потому что он такой, типа, авторитарный мальчик. Дякую, дякую за трояндочку. Дуже-дуже-дуже приємно, ребятушки. Дуже приємно, що даруєте трояндочку. Так, отак от я вигляжу без макіяжу. Не скажу, що хорошо, але не скажу, що плохо. Так, нормально. О, Кимрюшенька проснулась. Кимрюшенька. Вчера, чтобы вы понимали, я живу на 21 этаже, и я открыла окно, и у меня просто пипец какие-то мушки залетели. У меня был весь потолок в этих зеленых мушек. Я не знаю, что это. Я просто живу возле вот реки Днепро этой, и у меня очень, у меня весь потолок был в мушках. Все было в мушках. Просто пипец. И я пыталась их спылесосить, но не получилось. Не получилось. Я пыталась их спылесосить, но не получилось, поэтому с утра они только все опали, они, походу, живут только, ну, типа, сутки, и я их уже спылесосила. Поэтому утром у меня была уборка, я все пылесосила, я убирала этих конченых мушек, потому что это было просто все пипец. Кондиционер есть, но просто я же хотела открыть окно, ну, подышать воздухом и так далее. А, ну, они просто залетели. Это на Победе? Угу. Ребятушки, нужны люди в Ужгород со знанием словацкого либо чешского языка. Еще раз, ни скам, ни Сбер, ни биржа. Консультируем касательно дальнейшей работы, сотрудничества и зарабатываем. Это криптокоманда, что занимается продажей криптокурсов, решением технических проблем, обучением, сопровождением, помощь в выводе, регистрации транзакций и так далее. Доходность еще раз $1300 плюс. То есть 44 тысячи гривен это то, что вы зарабатываете минимум. Там и змей много. Ну не знаю, змей ко мне точно не доползат, но вот эти вот мошки, типа, зеленые, это какой-то вообще ужас. Я не знаю, как с ними бороться, у меня просто нету сетки, и я не думала, что оно настолько будет залетать. Ну, просто весь потолок у меня был в этих мошках. Сейчас я вам уже не покажу, потому что я их спылесосила с утра. Ну, вот осталось только у окна, короче, озона. Ну, такое, неприятно. Неприятненько. Я думала, это твоя квартира. Убрал чат с экрана, так лучше смотреть. Нет, не моя квартира, это я снимаю. Ребятушки, нужны люди Ужгород со знанием словацкого либо чешского языка. Обязательно, кто знает данные языки, переходим в Телеграм, уточняем. Предоставляем жилье, проезд, обучение, проживание для иногородних. И также оплату жилья, оплату обучения, все это за счет компании. Регулярные выплаты, каждый вторник фиксированы на руки регулярные суммы. Поэтому по работе, по рабочим моментам уточняйте в Телеграм, ссылочка у меня существует в шапочке профиля. Убрал чат с экрана, так лучше смотреть на меня. Приятно, приятно, приятно. Короче, ребят, как вы думаете, в какой цвет я сегодня покрашусь? Ну, сегодня или завтра, может быть, я не знаю. Я записалась, конечно, на сегодня, но посмотрим, есть ли у меня желание сегодня точно идти. Как вы думаете, в какой цвет я покрашу сегодня? О, Боже, дякую за подаруночки. Дуже приємно, дуже приємно. Дуже-дуже. Ой, не говори, будет сюрприз. Не в белый. Сколько тебе? 23. Не, ну как вы думаете, в какой цвет я сегодня покрашусь? Не говори, говорит, будет сюрприз. Да зачем сюрприз? Лучше без сюрпризов. Жизнь не так полна несподіванок. Красный, рыжий. Привет, моделька, привет. Ребят, всем привет, кто присоединяется по работе, уточняем в Телеграм. Одна вакансия существует на дистанционке. Одна вакансия на дистанционке – это информирование о кредитной задолженности.
То есть ты, не выходя из дома, консультируешь клиента, информируешь о сроках погашения, начислении пени, штрафов и процентов и зарабатываешь до 30 к в месяц. Если тебе интересно открыть Telegram, все в формате дистанционном, то есть это и дистанционное собеседование, и дистанционное... Так там же опыт нужен, да. На дистанционке нужен опыт небольшой работы с клиентами. Все остальные вакансии можно без опыта, но это офлайн. Офлайн. На дистанционке нужен опыт работы с клиентами небольшой и наличие ПК либо ноутбука дома. Все остальное это работа офлайн в команде, коллективе на переписках. Поэтому, кто хочет работать, ребят, на переписках, пишите в Telegram, уточняйте, берем без опыта от 17 до 27-35. То есть 27-35, супер, пиши, уточняй. От 17 до 27-35, да, да. Все правильно я сказала. Что-то сегодня у меня вообще котелок не варит почему-то. Я проснулась как-то вообще, ну знаешь, в тумане. Не знаю, накурилась а то. Не, шучу, конечно, но типа я не знаю. Я проснулась, у меня просто вот так вот. Я вчера на маникюре была, ну такой же маникюр, короче, я сделала белый, светленький. Я такой, ну я единственный одинаковый делаю всегда. И я сижу, я понимаю, что у меня немножко штырит, и есть такое, что мне хочется вот так вот. Типа упасть уже. Не знаю, возможно давление, возможно погода, потому что вчера вроде были, позавчера был дождь. Приветик, приветик. Горшочек вари какой. Поэтому, возможно, ну как бы мне из-за этого стало плохо. Но из-за чего точно стало мне плохо, я не знаю. Но мне было очень плохо вчера. Прям, ну как будто я сознание теряла. Надеюсь, что оно не повторится, но иногда вот такое вот состояние негативное бывает. Ребятушки, кто хочет работать в городе Днепр, есть вакансия юридический арбитраж 35 плюс доходность, есть лидогенерация на английском деске 1000-1500 долларов плюс доходность, есть переписки в чате по крипте, доходность 27-35к в месяц. Пишите в Telegram, уточняйте, в Днепре предоставляем жилье и проживание. Привет, есть крипто у тебя? Конечно. Плохо тебе, потому что ты без мужчины. Кошелек есть крипто? Конечно. Верифицирован даже. Алинка, осторожней. Ну да. Мне плохо, потому что я без мужчины, это 100%. Но почему у меня голова кружится, это я ж никак-то не объясню. Скинь, пожалуйста, я немного закину долларов на погулять. Так ты можешь мне подарить цветочки. Розочки дари, я выведу. Это я вскружил. Да, 100%. 100% скружили голову, я теперь просто, ну, санчезас. Ну, хотя сегодня пятница, поэтому, ребятки, нужно радоваться, развлекаться и жить в кайф. Кто хочет жить в кайф, пожалуйста, пишите в Telegram, уточняйте. Дякую за трояночку, дуже приємно. Цей, надо жить в кайф, развлекаться, радоваться жизни, зарабатывать. Для того, чтобы зарабатывать, нужно приходить в CryptoDP, коли не зайду, ты гола. А де я гола? Давай развлечемся. Кружится, кружись на здоровье, Алиночка. Спасибо. Давай развлечемся. Давай. А где я голая, если я сижу в футболке и в шортах? Где я голая? Вообще-то май месяц на дворе. Привет, красивица. Красивица, привет. Ребятушки, одна вакансия есть на дистанционке, информирование о задолженности клиента. Обзваниваешь клиентскую базу, информируешь о сроках погашения и начисления пени штрафов и зарабатываешь до 30к в месяц. Регулярные выплаты каждый вторник, нет, там два раза в неделю, два раза в месяц, то есть на карту, плюс обучение, собеседование, все это на дистанционке. Звонишь клиентов, информируешь о сроках погашения, по готовому скрипту зарабатываешь. От тебя небольшой опыт работы с клиентами, наличие ПК, ноутбука дома. Все, зарабатываешь. На дистанционке, никуда не выходи и развлекайся. Вот Telegram открыт, пишите, уточняйте. Я думал без шортов. Как не зайду, ты гола. Ну, это прикол, конечно. Я не гола. У меня был мальчик, короче, который на эфире подарил 5000 роз. Прикиньте, 5000 роз он подарил. Он мне говорит, я потратил на тебя 100 долларов. Думаю, малыш, ты замечательный. Ты замечательный. А потом, типа, он зашел, наверное, у него не было уже денег, потому что я ему говорю, вау, там, типа, ты мне подарил розы. И мне второй парень подарил 1500 роз. Говорит, типа, это я теперь буду дарить вместо этого пацика. Я помню этот пиздец. Ну, я была очень рада, прикинь. 5000 роз, это прикольно. Это, ну, это, типа, приятно. Это очень приятно. Круто. Ну, да, это круто, это круто.
Ребятушки, нужны люди на переписке Днепр, Киев и Кривой Рог. Ни скам, ни Сбер, ни биржа. Консультируем клиента касательно дальнейшей работы сотрудничества и зарабатываем до 27-35к в месяц. То есть 27-35 это то, что ты зарабатываешь минимум каждый вторник частично на руки. Регулярные выплаты каждый вторник, поэтому, если интересно, пиши, уточняй. Ссылочка в шапочке профиля. Вот тут ссылочка в шапочке профиля. Ребятушки, здоров! Поматросила и бросила. Нет, я с ним вообще познакомилась в пасторале, короче, нечаянно получилось так, что я на него разлила джингарден, потому что, ну, типа, я выпила уже, он ко мне подошел, у нас было караоке, мы пели песни. И так получилось, что я на него случайно вылила джингарден, ну, случайно, правда. И он такой, типа, купил мне новый джингарден, но я уже его не хотела пить, его выпила, типа, подружка. И так получилось, что, типа, он хотел с нами познакомиться. Потом он меня встретил в прямых эфирах и такой начал задаривать меня розами. Очень было приятно. Но потом я его встретила, короче, в заведении с какой-то девушкой. Может быть, это его жена была, я не знаю. И он даже, типа, не поздоровался. И потом я ему говорю, что там, вот у тебя и жена, туда-сюда. Он говорит, нет, ты меня с кем-то перепутала. Хотя я уверена, что я его не перепутала. Поэтому, типа, неприятно было немножко, что у него и жена, а он мне что-то дарит. Вот так вот. Ребятушки, город Ужгород, нужны менеджеры со знанием словацкого либо чешского языка. $1300 – это то, что ты зарабатываешь каждый месяц, частично каждый вторник на руки. Регулярные выплаты каждый вторник, то, что я могу гарантировать, это чат, то есть это не скам, не звонки, не алло-алло, это чат. То есть гарантирую, что это чат, гарантирую, что это не скам, гарантирую, что вы зарабатываете 27+. Вот фиксировано. И плюс есть карьерный рост, есть развитие. Поэтому, ребят, кто хочет, Телеграм открыт, пишите, уточняйте. Ни скам, ни Сбер, ни биржа. Обязательно по работе уточняем в Телеграме, ребятушки. Понятно, как ты знакомишься. Не, ну типа половина...